То есть я тут напишу так, что человек, встречающийся на вашем пути, он или препятствие, или ускорение. Ускоряют нас те, которые прячутся за нас и хотят, чтобы мы сделали что-то не очень приятное для данного человека, и уговаривают вас: у тебя получится, ты молодец. Или препятствие, которое говорит: я сказал сидеть, я сказал молчать, я сказал ты такая, принять. То есть подчинение изуродованное. И вот это первые два признака, которые надо, ну, для себя хотя бы начать осмыслять. Не говорит о том, что сразу шашку доставать там, но осмыслять нужно. То есть как вас человек внутри себя видит по отношению к тому, как он к вам обращается, как он с вами действует, то есть степень прикосновения, степень обмена, взаимообмена. Есть тема, есть цель, есть то, во что вы оба готовы вкладываться. Есть понимание внутренней веры, могу я на этого рассчитывать человека или не могу. И самое главное, я хочу так дальше или нет. Вот взаимоотношения как выстраиваются.